Добрый день, уважаемые подписчики. Рад вновь приветствовать вас на своем канале Realm SEO. Мы продолжаем сегодня обзор проекта Virtual Rehab и продолжим говорить о данном проекте, посмотрим, что он из себя представляет, посмотрим white paper данного проекта, посмотрим информацию токен сейла и до конца завершим обзор сайта. Напомню, что в прошлой части мы завершили обзор непосредственно распродажи токенов информации. Сегодня мы продолжим, то есть начнем непосредственно с распределения средств, use of funds. Всего же видите, что на будущей разработке от сбора средств пойдет 50%, на маркетинг 30% и непосредственно на партнерские соглашения 20%. О данном проекте писали многие медиа, например, такие известные как Richard, VR Scoot, La Presse, PR Pro, PC Pro и так далее. То есть с каждым из них вы можете ознакомиться, то есть здесь представлена ссылка. Переходите, и сразу же у вас появляется статья о данном проекте, что он из себя представляет и так далее. Также представлены последние новости о данном проекте. То есть видите, что здесь можете с ними ознакомиться. Ну и, конечно же, некоторая статистика. А далее, как присоединяться к распродаже токенов? Необходимо прохождение кейса. То есть видите, что сейчас у нас откроется форма регистрации. Видите, здесь first name, last name, то есть имя, фамилия ваше, email, пароль, подтверждение пароля, country of citizenship, ERC-20 адрес и так далее. Например, давайте я вам сейчас покажу, например, как это все происходит. Email, например, определенный указываем, пароль. Подтверждаем пароль. Далее Country of Citizenship — это где вы живете. ERC-20 адрес сейчас я добавлю. Так вот, мы добавляем ERC-20 адрес и указываем, например, инвестиция Ethereum. Далее нажимаем Submit и ожидаем, пока у нас все прогрузится. Можно сохранить пароль. И видите, что здесь у вас уже информация непосредственно по верификации и уже непосредственно для ссылка для прохождения верификации. Здесь у вас необходимо будет пройти всю информацию, то есть видите, что здесь, как это можно проходить с помощью email, Facebook, LinkedIn, ну и также вся остальная информация непосредственно по данному проекту. А что вам еще хочется показать? Хочется, конечно же, показать white paper. White paper — так называемая белая бумага, информация по проекту, в которой собрана вся объективная информация. Также присутствует light paper — это сжатая версия white paper, и one pager — это так, грубо говоря, копия сайта. Давайте сразу же рассмотрим white paper на русском языке, потому что он здесь присутствует, и для нашей аудитории он будет наиболее таким объективным. Как видите, сам white paper довольно-таки объемный, включает в себя 60 страниц. Это довольно-таки хороший показатель. Ну и здесь уже описывается непосредственно сам white paper, что он из себя представляет, какая информация и так далее. То есть видите содержание с якорными ссылками, то есть вы можете перейти сразу же с содержания на интересующий вас раздел. Например, вас интересует характеристика токена Virtual Rehab, переходите, и здесь уже видите вся информация по этому токену. Информация по распределению, по баунти программе. То есть вы можете поучаствовать в баунти программе Twitter, Facebook, YouTube, Reddit, Telegram, перевод white paper и листинг на ICO, веб-сайты баунти. Также будут использоваться различные дропы, аирдропы, и в них вы также можете участвовать. Здесь представлена информация по команде, как вы видите здесь. Информация представлена в максимально подробном виде, то есть о каждом из членов команды описывается информация, что он из себя представляет, кем он является, то есть каким опытом обладает и так далее. Ну, также по любому другому, то есть по основателю вы можете посмотреть, чем он отличается, чем он примечателен, данный член команды и так далее. Ну и то же самое касаемо и любого другого раздела содержания, то есть выбираете интересующий раздел, ознакомитесь с ним, переходите и там уже более детально с ним работаете непосредственно по представленному содержанию.
А на данный момент все, данный обзор мы завершаем. Спасибо за ваше внимание, спасибо, что посмотрели мой обзор. Рекомендую вам более детально присмотреться к данному проекту. Проект действительно довольно-таки интересный и перспективный. Всего доброго, удачных инвестиций и до новых встреч!